Добрый день. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Меня зовут Никанорова Дарья. Я учусь в Солнечногорской детской школе искусств. Так, и вы занимаетесь вокалом только, да? Что еще? Еще играю на музыкальных инструментах. На каких? На гуслях и фортепиано. Вот как, замечательно. И сколько времени вы занимаетесь музыкой? 7 лет. И параллельно и вокал, да, и все остальные инструменты. И сегодня мы начнем с вокализа? Да. Чей вокализ? Слово из 3 букв, да? Итак, поехали. Чего бы начать и что бы тебе такое сказать? Мне кажется, ты очень себя щадишь. Очень так себя бережешь. Так вот, чтобы ни в коем случае не потрудиться. Но потрудиться все-таки придется, да? Я не сразу поняла, что ты сольфеджируешь, да? То есть я не расслышала согласных вообще. Я пыталась сначала понять слог, который будет, да, у нас звучать. Но оказалось, что это разные названия нот, да? Угу. Хочу их слышать, раз уж они у нас обозначены, правильно? Это раз. Благодаря как раз вот этим 7 слогам, да, которые ты произносишь, связывай все звуки. Да, он у тебя как раз такой очень тягучий, да, в общем-то, да, певучий вокализ, правда? Да. Давай с самого начала, прям сразу, одну арпеджио, да? Да, хорошо. Фа, ля, соль. Еще раз. Фа, фа, ля, соль. Один перетекает в другой, да? Ты их соединяешь. У тебя начинается вот с этого звука фа и заканчивается звуком ре через 18, наверное, тактов, да? Вот все это время ты должна звучать наполненно, да? Еще и плюс делать вот эти все моменты динамические, да? Крещендо, диминуэндо. Давай с самого начала все связывая, хорошо? Пропевая. Ага. А вот ты кулачки зачем сжимаешь? Они тебе помогают? А для чего? Ну вот ты находишься на сцене, ты же должна понимать, для чего ты это делаешь, да? Но обычно кулачки – это зажим такой, да? То есть я сжимаюсь для того, чтобы, да, либо ударить, либо что-то сделать. Нет, не нужно, да? Тело должно быть свободно, спокойно. Сконцентрируй себя на звуке. Вот что важно, да? Ни в коем случае, да, никаких кулачков, расправлены плечики. Ты спокойно вдыхаешь и начинаешь петь. Хорошо? Два. Фа, ля, соль, соль, си, ля. А можно? Да, спасибо. Си не подтягиваться к ней, да? А она как бы из предыдущей соль, да? Фа, ля, за счет эл. Ля, соль, соль, си, ля. Все в одной форме, все в одном месте. Не нужно никуда, там что у тебя, целая терция, да, интервал огромный.
Огромный интервал? Нет? Ну, что ты к нему тянешься? Прям даже какие-то, да? Не надо. Все в единую линию. Еще раз сначала. Сразу. Открываешь ротик только, да? Идешь, если, допустим, ты воспринимаешь эту ноту как высокую, открывать нужно рот. Ей нужно дать свободу, да? Да. Если мы будем держать рот вот так, какой звук выйдет из нашего рта? Слышно. Нам не нужно это, правильно? Мы же хотим, чтобы было красиво, правильно? Красивая девушка, красивый звук, правильно? Еще раз. Сразу. Связывай звуки. Спинка ровненькая. Соль, си, ля. Связывай. Ре. Ага. Ре. Р. Ты видишь, он звучащий согласный, да? Да. Скажи р. Р. Видишь, близкая она, да? Ты вот с помощью ее останься в этой же форме, да? Не р. Да, куда-то загоняешь, и, соответственно, не та форма, не тот звук. Ре! Вперед ее, да? Открыли рот, произнесли близко. Согласны? И он у тебя вот так раскроется. И будет красота всем нам тоже, да? Давай. А вот сразу с нее, да? Ре! Что мы делаем? Что мы делаем? Наоборот! Наоборот. Ре! Еще раз. Ре. Только можно не так продлевать «р», да? Но форму, вот эту близость, да, произнесения должна сохранить. Ра! Все-таки мы поем не согласные, а гласные, да, пропеваем. Поэтому согласная тебе в помощь, да? Угу. А звучит гласная, да? Ре, до, си. Ага, смотри, что ты делаешь. Ты теперь определила «р» главный. Угу. Дальше все неважно. Нет! Вот к последней ре мы идем, от первой фа к последней ре мы идем все время, поэтому нет главных нот, нет второстепенных. Вперед, вперед, и, соответственно, ты каждый звук наполняешь, да? Ре, до, си, еще дальше до ти, ра, дам, я не знаю мелодию, да? Поняла? Смысл, понимаешь? Да. Вперед, да, соответственно. Вот эта вот жажда движения, да, всегда должна присутствовать. И, соответственно, звук наполненный. Да, еще раз ре, сразу. Ре, до, си. Не сдуваемся, вперед идем еще раз. Ре, до, си, ля, соль, ми. Ага. Соль. Все, закончили. Нет. Соль, спокойно ты к ней должна прийти. Представь, что ты находишься на горе или на горке, и ты по ней скатываешься, да? Не, у тебя ощущение, как будто ты поднимаешься и тяжело поднимаешься, да, с каждым звуком, а ты же вниз, да, у тебя нисходящее движение, поэтому легкость. Вперед. Ни в коем случае вот эта соль не может быть вот так, да, брошена. Соль. А потом, да? Единая фраза, да? Еще раз, ре сразу. Думай о последней ноте ре. Хорошо? Mm-hmm. Не про эту ноту ре, не про следующую ля, там, си, да, которая здесь у тебя в одном такте. Мысли крупнее. Хорошо? Ре, до. Смотри, даже хватило, а ты даже и не думала, что такое может быть, да? Угу. Привыкла там на соль бросать и дальше так же судорожно. А тут, оказывается, вон на сколько тактов нас хватило? 4? Да. Ну, молодец. Угу. Маленькая победа, да? Понимаешь, о чем я говорю? И тогда всего тебе хватит, потому что ты мыслишь иначе. Ты мыслишь не нотами отдельными, даже в вокализе. Да, здесь у нас нет смыслов
и текстов, да, которые еще наполняют, да, звуки. Но даже здесь ты должна понимать, для чего, куда ты идешь, да? Фраза должна быть в любой музыке, даже в распевке должна быть фраза, понимаешь? Фразировка, да? То есть мы должны понимать, для чего мы, зачем мы так или иначе звучим, правда? Давай еще раз. Давай сначала и вот до этого момента и пойдем дальше. Спокойно. Не подталкивай, все ровно. Ага, вот еще один момент, смотри. Мир иду. Тебе кажется, что это низко для тебя? Да? Ну, а что ты там вот так вот? Мир иду. То ли пою, то ли говорю что-то такое вот между. Вот как ты. Не знаю, там да? Так же все спокойно и достойно, да? Все нотки нужно пропеть. Хорошо? Еще раз от ре. Ре. Да. Ре, до, си, не подталкивай. Ля, соль, ми, ре, до. Ага, вот смотри, какой момент. Вот сейчас я тебя сдержала от твоих движений телом, которыми ты делала нам длительности, да? Угу. Ты сама заметила, что звук был чуть ярче. Да. Заметили? Да? Минимум контроля, да? И уже есть результат другого звучания. Да? Да. Понимаешь? Улавливаешь свои ощущения? Да. Давай еще раз закрепим. Ре, да, сразу? Открываешь ротик и согласная. И за ней идут все красивые, связанные, классные, да? Открой. Ре, до, си, ля, соль, ми, ре, до. Ага, идем дальше. Соль, до, ручки свободны. Фа, ре. Ага, стоп. Смотри, ощущаешь вот этот момент как скачок, да, и начинаешь тянуться к этой ноте, да? Фа. Да? А, соль, до. Соль, до. Спокойно, да? Пропеть ее нужно. Не тянуться к ней и как-нибудь ее, да, зацепить. Пропеть. Она выходит из предыдущей соль, да? Давай прям сразу соль. Соль. Руки свободны. Соль, до. Отрываешь. Чувствуешь сама, что я очень хочу... Считаю, что это один из принципиальных моментов, чтобы вы осознавали, что вы делаете, чтобы вы слышали, что звучит, и каким образом, каким контролем, да, над какими моментами вы можете изменить звучание. Да? То есть нужно понимать, что мы делаем. Не так, что сейчас я подскажу, да, в классе подскажет педагог, а вы выходите на сцену и остаетесь только вы. И тут никто не выбежит и не скажет эту нотку. Да, у нас часто, к счастью, педагоги настолько эмоционально вовлечены в процесс, что и во время выступления, у нас есть и знаменитые видео, когда педагоги настолько сопереживают, что интереснее снимать их в этот момент, чем исполнителя, да? Потому что он борется со своими сложностями, а в этот момент спектакль происходит, потому что педагог всеми силами, всем телом пытается поддержать процесс звучания, да? Вы выходите на сцену, и в этот момент только вы, музыка и ваш голос, да, который вы в идеале должны контролировать. Конечно, это все происходит не сразу, да, вот одну нотку, но ты должна четко услышать изменения, да, и постараться зафиксировать, что ты сделала в этот момент. Да. Поэтому я очень хочу, чтобы вы анализировали происходящее с вами, да, потому что оно происходит, конечно, и со мной. Но в итоге, да, вы учитесь, да, ваш процесс, мой тоже идет процесс, я тоже учусь вместе с вами, я обретаю новый опыт, да, но
Вы сейчас вообще должны как губка, которая все-все-все впитывает, и применять, и примерять эти все ощущения на себя, в том числе, да, удобно, неудобно, ярче зазвучало, мне легко, голос открылся, да, и так далее. Вот это все фиксировать и запоминать, да, ощущения. Ни в коем случае не нужно мыслить их отдельно. Да, ты знаешь музыкальную грамоту, да, ты знаешь, что это соль, а это до, и между ними конкретный интервал. Какой интервал? Квар. Ты так не уверена? Сколько лет занимаемся музыкой? 7. Отвечаем в любом случае уверенно. Да? Вот отсюда, вот так кварта и звучит. Понимаешь? Ты вышла на сцену петь. Так? Да. Посыл такой. Значит, ты поешь. Договорились? Да. Давай. Соль, до. Не тянемся, а звучим. Давай. Соль, до. Не тянись. Ощути, подумай, что, допустим, она у тебя не наверх идет, а наоборот вниз. Можешь вот с этим ощущением? Ты уже взрослый человек. Да, и уже мы можем, да, поиграть такими понятиями. То есть как будто вниз это до. Да, вот с этим ощущением ее спой. Ладно? Соль, до. Дальше. Фа, ре. Ты видишь? Слышно? Ты не тянешься никуда, а за ней тянуться и не нужно. Пойми, что все эти звуки, они в тебе, да, так или иначе, они в тебе звучат. Единственное, что мы должны сделать, открыть им дорогу. Для того, чтобы не было вот этого каждый раз ощущения тянуться за каким-то звуком, у меня вверх идет. Все вот эти движения вверх ты поешь с ощущением движения вниз. И, соответственно, наоборот. И тогда, если происходит наоборот, у тебя идут звуки вниз, у тебя никогда не будет низкой позиции. Понимаешь? У тебя все эти нотки будут, как вот на ручках, понимаешь? Все поднесены, они все будут идеальной интонации. Понимаешь? Не будет ни одного провала, не будет никакого давления, да? Поэтому попробуй вот это вот уложить сейчас, да? Ощущение. И еще раз с этого места соль, до. Только спокойнее, уже увереннее, ладно? Соль, до. Дальше. Фа, ре. Дальше. Ре, до, си. А что происходит у нас? Что сейчас происходит? У тебя какой ход идет? Нисходящий? Да. Да? Это, знаешь, ну, почему-то ощущение, как будто на каждой ноте такие гири мощные. Редусиль. Редусиль. Ра-ри-ра-ри-ра-ри-ра-ра. Все время вперед. Звучи. Понимаешь? Давай. Прям сразу с этого места. Любимая нота ре. Редусиль. Редусиль. Ре. Ага. Ага. Вот смотри, вот ты когда спела первый раз, я для себя это место отметила, потому что ты в нем дышала. Причем это было не нужно, но ты так считала, что тебе не хватит и так далее, да? Сейчас минимум с моей стороны замечаний, да? И не пришлось дышать. Угу. Да? А почему, как думаешь? Не думала об этом. Не думала об этом, а еще? Потому что двигались все нотки, они жили, понимаешь? Потому что если у нас цель забивать столбики, то мы забиваем столбики. Но мы вроде как имеем дело с музыкой, да? Да. Со звуками, с фразами, да? А что такое фраза?
Ну, когда, допустим, не знаю. Говори, думай. Вот как считаешь? Как ты думаешь об этом? Говори своими словами. Я же не требую от тебя формулировок. Важно, чтобы ты поняла, что это, понимаешь, суть этого, да? Фразой мы выражаем, да, какую-то эмоцию, или же должна быть фразировка. Есть более важные, да, какие-то ноты, да, есть, это жизнь. Да, если мы говорим все одинаково, то это уже робот, правильно? Но мы не роботы, слава богу, пока. Никто в нас чипы еще не внедрил, и мы можем трактовать фразы как хотим. Вот проживи ее и прозвучи ее так, как чувствуешь ты. Даша, сколько лет? 14. Вот. Дарья, 14 лет. Чувствует вокалист Апта. Вот так мы сейчас услышим, как ты чувствуешь. Хорошо? Вот поддайся музыке. Да, не думай про соль, фа, ре. Нет там ре. Нет здесь до. Понимаешь? Не вот так ты их должна ощущать. Это внизу, это вверху, это высоко, это трудно, это длинная нота. Нет. Ты должна уже от этого отойти, да? И дать нам музыку, даже в вокализе. Да? Давай сейчас вот прям покори нас. Сначала. Привычки, они, конечно, берут свое, но тем не менее были звучащие нотки. Вот что важно, да? Угу. Понимаешь, о чем я говорю? Да. Какие моменты необходимы для того, чтобы вот было ровное звучание? Наверное, думать о звуке, как он, допустим, звучит. Хорошо. Перейдем к произведению. Угу. Что у нас? А, прекрасно. Ивушка над рекой стояла. Ивушка плакала, вздыхала. В речке, как в зеркальце, солнце отразится. Ива, как девица, расплетет косицы. Ивушка, не вздыхай над речкой. Ивушка, не печаль, сердечко. В речке, как в зеркальце, солнце отразится. Ива, как девица, расплетет косицы. Красивая песня. Народная песня? Да. Да? Ты занимаешься академическим вокалом? Да. Тут у тебя такие народные эстрадные приемы. Ну, это, в общем-то, и может быть здесь и может быть, потому что она подразумевает некоторую свободу. Сразу обращу внимание и спрошу, ты поешь песню в тональности? Да. Какой? А вот если не будет рядом концертмейстера, и тебе скажут, спой, Дашенька, спой песню. И действие Даши. Назвать тональность. Ну, назвать.
Ну вот если не назвать, ничего не надо никому называть, действие. Найти ноту. Ну, только начинаю. Ноту. Да, знаки. Знаки? Нет. Это был знак. Есть тональность, да? Возьми тональность. Возьми трезвучие. Да? Ощути тональность, услышь ее, да? Не просто звук отдельный, с которого ты начинаешь петь. Да? Угу. Если уж мы являемся людьми музыкально образованными, да, и знающими притяжение, да, и так далее, да, все тяготения в тональности и так далее, да? Ты же звучишь в тональности, правильно? Да. Нет музыки, ты музыка в этот момент. Ты своим голосом заменяешь все, заполняешь все, да? Поэтому мы даем тональность, в которой ты слышишь свой звук и всю песню, и ты поешь не упражнение сейчас. Та-т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 а. Ты поешь песню. О чем мы говорили в предыдущем моменте? О фразе, да? Что такое Ивушка, Ивушка, что там дальше? Над рекой стояла. Дальше? Ивушка, Ивушка, плакала, вздыхала. Ты рассказываешь, да? Да. Так вот расскажи, расскажи. Поведи нас за собой в эту историю. Что там, ну Ивушка, ну стоит, мало ли там Ивушек-то у нас по стране, да? С березками. Понимаешь? Ивушка, Ивушка над рекой стояла. Понимаешь? Mm-hmm. Вот что ты должна добиться, чтобы сидящие в зале вот так вот сидели на тебя, смотрели, открыв рот, и если не сами запели, потому что знают, да, в одном классе работают, а чтобы захотели услышать дальше. И что? Стояла. Чего дальше происходило, понимаешь? Да. Наша задача, находясь на сцене, вести. Вести за собой. А если мы будем петь просто ровно, ну, чисто, ну, это априори, да, у нас певец желательно должен петь чисто. Ну, то есть интонация, я не считаю это достижением великой важности, да, хотя на сегодняшний день, к сожалению, иногда и это является таким уж прям подарком. Ну, бывает всякое, но давай все-таки стремиться, да, к более высоким целям. Поем мы чисто, слава богу, научены, грамоту узнаешь, тональность знаешь, поэтому лучше даже, сама подошла, ну, сейчас, да, у нас есть помощник надежный, да, тональность взяла и зазвучала. Ивушка, Ивушка над рекой стояла. А если еще мы начнем всю песню свободно, ни в коем случае не зажимая плечи, ни в коем случае вперед не выдвигая, да? Давай прям сразу. Ивушка, Ивушка над рекой стояла. А если мы вспомним мою, скажем, подсказку, да, о том, что ход наверх с ощущением хода вниз, да, и, соответственно, наоборот, да, ты возвращаешься, когда вниз, этот нижний звук приподнимаешь, да, давай еще раз. Ивушка, Ивушка, я хочу... Ивушка, Ивушка. У тебя почти F звучит. Ивушка, Ивушка над рекой стояла. Ивушка, Ивушка плакала, вздыхала. 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 Все очень близко. Произнеси мне эти слова, просто текстом сейчас не пропевая, а как стихотворение. Ивушка, Ивушка над рекой стояла. Ивушка, Ивушка плакала,
вздыхала. Ты даже произносишь. Куда что делось? Что случилось? Ты стоишь на сцене, я тебя прошу прочесть как стихотворение. Как мы читаем стихотворение? Сейчас художественное чтение. Давай. Ивушка, Ивушка. Вот так, чтобы там все услышали. Над рекой стояла. Ивушка, Ивушка, плакала, вздыхала. Дальше. В речке, как в зеркальце, солнце отразит. Ива, как девица, расплетет косицы. Девица, скажи еще раз. Девица. 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 Вот бич сегодняшнего дня. Девица. 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 Слово-то какое? Понимаешь, это не другой жанр. Мы, да, немножечко... Девица. Ты кто? Девочка. А можно к тебе обратиться, девица? Да. Можно? Да. А вот если... Девица? Да. Не очень приятно, да? Девица. Да? Как девица. Да, это же олицетворение определенного образа. Правильно? Да. Поэтому с отношением, да, определенным. Д. Хочу, чтобы было «д». Не «дз», не «дз», а «д». Девица. Девица. Хорошо? Скажи еще раз. Девица. Еще. Девица. Ну, вы же все слушаете. Я понимаю, что вы слушаете много музыки и не всегда классику, я подозреваю. Поэтому всегда не классику, да. Ну, я так аккуратно. Все оно, конечно, к нам прилипает. Все, мы же все как эти... Впитываем. Ага, средства связи. Тем не менее, находясь в определенном жанре, да, хорошо бы сохранять черты этого жанра, да? Угу. Тем более, что и так уж отношение к нему такое, периодически, да? Нет, давайте все-таки уважать свою культуру, да? Да. Песня народная, а почему мы должны к ней... Как-то вот так, вот эти виляния какие-то. Нет. Вот вложи всю свою девичью настоящую красоту, да, внутреннюю красоту. И проникновенно, спокойно, да, не нужно ничего специально интонировать, специально что-то делать. Нет. Пойди за смыслом, хорошо? Да. На меня не обращай внимания. Вот туда, весь посыл, вот об этой истории, ладно? Ивушка, Ивушка над рекой стояла. Ивушка, Ивушка плакала, вздыхала. В речке, как в зеркальце, солнце отразится. Ива, как девица, расплетет косицы. Угу. Спасибо, извини, прерву. Начала лучше, да, мы чуть-чуть больше на этом сакцентировали внимание. Дальше снова та-та-та-та, снова вот эти... Ходы вызывают прям вот такое у тебя ученическое звучание. Учимся быть артистами, да? Ты учишься, но ты должна мыслить себя артистом, угу. Да? Потому что, выходя на сцену, ты сейчас стоишь на сцене, на настоящей концертной сцене. Используй этот момент, да? Звучи, звучи осмысленно, вот что важно. Не показывай, что я научилась. То есть все, что, чему ты научилась, уже ты должна попытаться вложить в свое звучание. Да? А потом ты должна эту всю картину видеть. Для того, чтобы нам это было интересно в зале, ты должна ее нам нарисовать. Ты, соответственно, ты должна ее видеть. Угу. Понимаешь, что там? Солнце, что там? Солнце как в зеркале. Нет. Солнце как в зеркале. В речке отразится. Да. Ива, как девица, расплетет косицы. Тебе смешит слово девица? Нет. Или слово косица?
кто на кого косится. Понимаешь? Солнце как в зеркале, понимаешь? Для солнца весь наш мир, вот и есть зеркало, понимаешь? Оно в нас отражается, если ты в состоянии его отразить, да, в том числе. Понимаешь, вот это все, ты должен, и вот эта широта, вот эта красота, вся должна звучать. Ты не замечаешь, что я сейчас делаю специально? Угу. Да? Да. Солнце как в зеркале в речке отразится. Девушка как девица, да? Руки у нас для чего? Что такое руки в момент исполнения? Что вот я нахожусь на сцене, пою и, например? Держу. Руки помогают там, допустим, чувствовать. Выразить. Да. Средство выразительности, да? То, о чем я сказала, если есть возможность убрать челки наши прекрасные от лица, да, чтобы наши глаза были открыты, чтобы мы в момент исполнения были открыты. А руки, вот, они то же самое. Вот, понимаешь, я открываю ладони этому миру, да, и делюсь. Это не что иное, вот, присутствие на сцене, как отдавать. А если я стою вот так, что я могу в этот момент отдать? И хочу ли я в этот момент отдать, если я стою так? Отвечай. Ну, никаких чувств, наверное. Ты сдерживаешь себя? Да. А я хочу, чтобы ты себя не сдерживала. Да? Угу. Ты артистка? Да. Фамилию не запомнила? Дарья Никонорова. Артистка Дарья Никонорова исполняет песню «Ивушка». Да? «Ивушка» она называется? Да. Еще раз, на бис. Да? Вот сейчас происходит... Да, это урок. Но у нас, в общем-то, любой урок, он, по сути, как экзамен. Да? То есть мы, выходя на сцену, на урок, то, что было на прошлом уроке, я транслирую. И каждый раз, да, я набираю и отдаю. То есть я весь свой опыт, вот я хочу, чтобы ты сейчас, мы вот прошли, у нас уже 40 минут мы с тобой, да? Да. Занимаемся, чтобы они были не даром. Вот сейчас еще у нас есть время, чтобы показать, что из того, о чем мы говорили, удалось зафиксировать. Не все сразу. Я знаю, я понимаю, но все-таки, да? Да. Ивушка, Ивушка над рекой стояла. Ивушка, Ивушка плакала, вздыхала. В речке, как в зеркальце, солнце отразится. Ива, как девица, расплетет косицы. Ивушка, Ивушка, не вздыхай над речкой. Ивушка, Ивушка, не печаль сердечко. В речке, как в зеркальце, солнце отразится. Ива, как девица, расплетет косицы. Спасибо. И все-таки, вот, так сказать, тебе на уход, да? Согласны, все ясны. Для того, чтобы донести любому человеку в жизни, ты что-то произносишь четко, да. Чтобы тебя ни в коем случае не поняли неверно, правильно? Правильно. Все то же самое. Как говоришь, то же самое ты делаешь в пении. Но только, конечно же, с другой подачей, да? Угу. С другой опорой. Более свободно, да? Да. Более ясно. Все согласны, я хочу слышать. Ни в коем случае никакая не девушка. Ладно? Да. В следующий раз проверю. Прям будешь читать мне стихи. Давай. А давай что-нибудь из Пушкина.
к следующему разу. Хорошо. И прямо с этого мы начнем. В следующий раз ты как выйдешь и как продекламируешь мне красивый русский язык, да? Настоящий красивый. А потом споешь что-нибудь, может быть, даже из Петра Ильича. Угу. Да? Удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Соловьева Дарья. Я ученица Солнечногорской детской школы искусств. И споем мы? Споем мы «Дона Нобис», неизвестного композитора, и... Ну, пока «Дона Нобис». Хорошо. Вот вы поете, а мне все время хочется плечи расправить. Гляжу на вас, и прям мне хочется расправить. Вот прям заправила себе, да? Выхожу на сцену, красивая, плечи расправлены, да? Хорошо? Вот один из моментов важных, потому что если я стою вот так, что у меня здесь происходит? Сжатие. А голос как у нас может пройти через... Наши все сложности. И, соответственно, рот мы тоже открываем, даем ему свободу, да? Начнем сейчас. И согласная первая. Да? Один такт. Стоп. Хватит. Не о том думаем. Но... У нас сейчас упражнение или произведение? Произведение. Почему я слышу прям вот сольфеджирование такое, как в классе сольфеджио? Фа, до, ля, та, та, та. На, бис. Да? И смотрю, подойдите, пожалуйста. Ладно, я подойду. Вот эти длинные нотки. Вот они и звучат, понимаешь? Вперед, да? Длинные ноты звучат, а ты, получается, на каждой восьмушечке присела на одну и на вторую, уже на эту, как бы длинную ноту сил уже меньше, а дальше еще две восьмушки, которые отнимают, а уже на следующую длинную ноту, ну, совсем нет места, ни места, ни сил, ни... Да? Поехали. Один такт. Стоп. Вот эта нота длинная, она для нас важна сейчас, да? Все, что внутри, до-но, оно как бы внутри этой длинной ноты, да? По форме. То есть не нужно специально до-но. Да, искать, что-то к ним пристраиваться. Нет. На-на-на-бис. Туда, вперед. Понимаешь? Вот эти нотки, восьмушечки, внутри этих длинных. Как бы, да? Вот с этим ощущением попробуем. Сразу наш такт. На-на-на-бис, на-бис, пацан. Ага, еще раз. Вот первый такт был чуть лучше. Чуть лучше, да? Но не нужно их специально интонировать, они внутри, да? Но, эту вторую восьмушечку, да, прибери. Не нужно к ней никуда, да, в том числе физические, да, какие-то делать движения. Но, бис, патем. И еще у тебя еще останется на два такта, понимаешь? Вперед. И вот эти, не трать силы на восьмушки. Ты их пропоешь,
Они прозвучат, угу. Да, просто они не будут такими тяжелыми. Сразу. Свое. Ага, стоп, еще раз Дона. Хочу услышать Дона. Не Дона. Никакого призвука до этого Д, да? До согласного быть не должно. Дона, до. Вот сейчас спой мне этот звук до, да, слог до. Звук Р, слог до. Несколько раз. Один раз, второй, третий, вот прям несколько раз. До. До. Не до. Ты слышишь сейчас? Да. Пожалуйста, обращай на это внимание и контролируй, да? Mm-hmm. Хочу услышать до. До. Нет, просто до, 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 до. 125 раз. Договорились? До, 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 до. А можно не вот так делая? Да, ты же не какая-то механическая игрушечка, да? До, 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 до. Да? Спокойно. Просто вот ее ну, не акцентируешь, а атака, да? Четкая Д. Без дополнительных призвуков. Хорошо? До, 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 до. Рот открывай. До, до. О, еще хочу после Д услышать О. Хорошую, красивую, такую кругленькую О. Да? До, до. До, до, до. Скажи Д. До. Нет, скажи Д. 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 Где она формируется? Где-то. Точнее, не где-то, а где. Зубы далеко у тебя? Нет, близко должны быть. Вот дай мне ее близко, ладно? Потому что Д, Д, ты ее там ощущаешь. Д, у тебя Д формируется вот где-то там. Ты ей не даешь выхода, и, соответственно, О формируется в другом месте, да? До, 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 да. Слышишь, что она звенит? Да. Вот я хочу, чтобы зазвенела, да? До, потому что она близкая, она конкретная, понимаешь? У нее конкретное близкое место, не нужно ее нигде выискивать. До, нет. До. О, скажи, дача. Дача. О, смотри, какая, да? С каким чувством. Хочется на дачу, ты давно не была на даче. Да, Д, Д, скажи Д. Д, Д. Д, вот она здесь. То же самое, до. Нет, теперь на другой высоте, вот ниже скажи до. 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 Ты слышишь, что она глубже? Да. До. 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 До, до, до. Вот чтобы она оттуда отскочила, ты сама услышишь и поймешь. Еще раз. До, до, до. Она у тебя вот здесь падает. Чувствуешь? Нет. Ты ее начинаешь толкать телом, чтобы она туда долетела. А она все равно не долетит, потому что формируется не там. Смотри. До, 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 до. Спокойно. До. Не нужно. До, 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 до. Дочь. Дочь. Дождь. 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 Чувствуешь, что близко? Ну, вроде как да. Ну, еще раз скажи до. 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 Понимаешь? До. 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 Д. До. Спокойно плечи. Открывается рот, да, когда он звучит гласный. До. Вдохни спокойно, пожалуйста, и попробуй вдохнуть носом. До. Еще раз. Опять глубоко как-то. Вот, вот что важно сейчас, что ты это начинаешь слышать. Понимаешь? Если ты слышишь, начинаешь ощущать разницу, значит, ты сможешь изменить. Угу. Вот это уже хорошо. То есть мы уже да. чуть-чуть ближе, да? Да, да, да. Ты делаешь, прежде чем у тебя прозвучал звук Д, ты смыкаешь челюсть. Ты делаешь так. Да. Ты сначала ее сомкнула, а потом пытаешься ее подтолкнуть. Не надо раздумывать. Угу. Да. До, 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 до. Лучше, но все равно ты делаешь ндо. Да. Слышишь? До, 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 до. Вот такую более длинную ее, да, что ли? До, до, до. Смотри еще какой момент. Похоже, что ты ее ощущаешь
снизу. И также ее даешь снизу. Да! Поэтому у тебя есть вот этот мостик из N. А ты ее ощути сверху. Но! Но! Как будто ты берешь ее оттуда. Да! 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 Ты делаешь паузу, прежде чем зазвучит этот звук. И вот эта пауза мешает. Она уводит не туда. Не думай. Спокойно носом вдохнула и сразу же запела. Сразу. Да! 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 Чуть лучше. Да. Понимаешь? Сразу. Не нужно делать никаких специальных еще моментов. Нет. Не нужно. С самого начала. И к этому месту просто открываешь рот. Хорошо, когда ре? Играем, играем. А не дышим. Еще раз то же самое сначала. Я тебя буду все время вот так мешать. Ладно? Поехали с самого начала. Я не могу. Ты не о том думаешь. Ты думаешь, как красиво ты сейчас выглядишь или некрасиво. Это вообще вот в данную секунду это не важно. Красиво будет дальше, ладно? Но ты должна, вот, понимаешь, оперный певец в постановке режиссера бывают разные. И как поставят певца в какую-нибудь... Неудобную. Совсем неудобную, понимаешь? А звучать-то должно. И не должно измениться от того, что ты... согнут, или ты кверх ногами и так далее. Потому что вот это вот должно железно, да, уже на крепких рельсах, да, находиться. Поэтому как бы тебя ни крутили, твоя задача звучать ровно, да. Долна нобис, нобис пацем, долна нобис, и вперед. Да, не нужно на каждом звуке, да, какие-то делать паузы и перед каждым звуком что-то. Ты думаешь о том, что ты должна двигаться вперед, понимаешь? Сразу один такт и поехали. Нет. Прыгнула я туда, куда-то в яму. Да-да. Вот ты начинаешь вот делать какие-то лишние движения. Ты ее... подхвати вот эту проходящую восьмушечку. Угу. Понимаешь? Угу. Давай, поехали. Рот открывай. Хорошо. Не хитри. Ага, стоп. А если... А, не мыслить так, что у меня половинки, такие картошки, да, как иногда говорят. Дона перенесла сюда, потом сюда поставила и сюда поставила. Нет. Дона туда все время вперед, 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 понимаешь? С какого момента? Ну вот с этого, где мы остановились, половиночки. Смотри, еще какой момент. У тебя одна половинка, вторая на этой же высоте. Да. А звучит она иначе. Она у тебя интонационно проваливается, да, уже с ощущением вверх. Вот тебе твой помощник, который ты все время представляешь к букве D, но там он не нужен, буква N. Неси эти звуки на ладошечках, бережно, трепетно, красиво, хорошо? Сразу с этого места. Ага, то же самое. Зачем дышишь? Где? Вот ногу без пальцем. А, не хватай. А потому что ты та-та-та-та присела. Та-да-ра-ра-ри-ри-ри-ри-ри. Еще у
тебя дальше фраза, ты еще не договорила, и еще дальше у тебя фраза, понимаешь? Вот это ощущение движения необходимо. А, с половиночек с ляда. Ты еще движешься с ощущением вниз. Почти. А можно, ты знаешь, что у тебя идет движение вниз? Да, знаю. Ну, как-то приберечь. Приберечь, и более того, его вот это вот ощущение, да, с каждой ноткой. Когда вниз ходим. Да, с ощущением вверх. Понимаешь? Как, а ты их проваливаешь, ты каждую следующую вниз нотку, ты на них еще приседаешь. Каждую, понимаешь, еще придавливаешь и тратишь силы, тратишь дыхание и так далее, да? С этого же места было значительно лучше. Только до. Отлично. Да. Ой, ой, хватило. Ой. Оказывается, может. Ты должна это понять, что хватит. Угу. Поверить. Угу. Да? Угу. Я тебя не обманываю, ведь хватило. Ну, хорошо. Ты сомневаешься, что хватило? Ну, немножко. Ну, чуть, ну... Понимаешь? Угу. А если ты еще больше в себя поверишь, что... Вообще так вот, знаешь, легко, конечно. Тебе самой хочется повторить. Да. Понимаешь? Вот что важно. Давай еще раз. Уже лучше. Второй раз всего лишь. Вот финальная совсем получилась. Прям так. Они внутри вот этой высокой ноты. Ты потому что на первой ноте остаешься, и дальше ты уже не можешь идти. Понимаешь? Вот сюда. Понимаешь, и вся гармония вот в этой финальной ноте. Бережно. Каждый звук, да? Не нужно ничего специально делать, телом тем более. Хорошо? Вот особенно вот эта вся музыка, да? Старинное. Все над, все вот, все должно быть чистое, чистое звучание. Никакой не может быть низкой интонации, никакой не может быть такой вот грубой ноты с таким давлением. Они все должны быть как, я не знаю, как жемчужины, идеальные, все ровненькие, одинаковые, красивые, гладкие, понимаешь? Чистые. Хорошо? Еще раз с этого же места до. Которая с половиночек, да, и туда дальше. Не сиди на первой ноте вот этих тактов, где вот это движение. Опять же, такое же место, как в начале, да, восьмушечки, на которых ты оседаешь. Вперед. Хорошо? С дона. А ты ее бросаешь. А ты ее бросишь, она разобьется. Понимаешь? Нет, нельзя. Давай с этого места. С какого? До, на вот, где мы остановились. До. 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 Ага, вторая на. Прости, еще раз с этого места. До. Так же аккуратно. Одна переливается в другую. Н близкая. Начинаешь ее... прижимать, да? До, до,
бросила. Прям вот ощути ее, прям, я не знаю, комочек птенчика какого-нибудь, да, пушистый. Тебе не хочется его, ему не навредить ничего, да? То же самое. У тебя, смотри, абсолютно идентичные обе части. По ритму, по всем, другая высота звуков, да? А по ритму они абсолютно одинаковые. Ты делаешь все сейчас, переносишь все то, что было в предыдущей части, сюда. Только давай уже исправляться, да, в этом месте. Тарарир. Первую. Тарарир. А ты делаешь та-да. На вторую приседаешь. Понимаешь? Угу. А, с этого же места. До, надо. До. 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 Попробуем. Еще раз с этого же места. А почему ты делаешь по? Почему? Не знаю. Там такого нет? Нет, такого там. А почему ты делаешь? Кто тебе такое подсказал? Нет, я случайно. Давай не будем случайно, давай все, чтобы было верно, да? Та-ра-ри! Там вообще у тебя вот такой вот стоит значок. Это что значит? Лига. Это что значит? Все гладенько. Соединить, да? До-на-на-бис! Отдельно. Ты делаешь их как па-а-а-ра-ри-ри-ри. Еще раз. Отделяешь. Вот сюда. А последняя четверть. Да, у нас скачок. Да. Это та же нота. Не нужно за ней никуда ходить. Просто она. Ну, на октаву ниже. И что, мы должны за ней куда-то специально ходить? Или можно не ходить? Нет, можно подхватить. Давай. Прям этот такт. Не отделяй. Ты отделила вторую восьмушку, потом отделила четверть одну, потом отделишь четверть следующую, и потом приступишь еще к длинной нотке, да? Одно. Одно это все, да? Во-первых, одно слово, да? Без движений. Еще раз. Без. Не хочу услышать па-га-га. Без толчков, ладно? А еще раз. До-на-на-бис. До-на-на-бис. Угу. Давай от начала до конца. Все вспоминаем. И все транслируем. Насколько возможно. Угу. Давайте один такт. Понимаешь?
Что самое... Вот я вижу, что сейчас ты поешь, и тебе интересно. Ну да. Вот по-другому быть не может. Угу. Я не могу находиться на сцене. Здесь мне скучно, и зачем я здесь? И мне должно быть интересно. Да, ты преодолеваешь какие-то моменты, тем интересней. Угу. Понимаешь? Да, ты не дышишь теперь там, где ты привыкла дышать. Но так ты же себе только лучше делаешь. Правда? Угу. У тебя чище, еще ярче, да? Пусть на чуточку, но тем не менее. Начинает иначе звучать. Молодец, идем дальше. Вечерняя песня. Да? Композитор Тома. Тома или Тома? Два куплета и второй повторим. Ну, там, кратко. Первое слово какое? Слети. Я услышала свети. Даже подошла убедиться. Верно или неверно я услышала. Услышала я неверно. И что это может значить? Что говорить? Хочу слышать каждое слово. Верно. Чисто. Да? Угу. Здесь мелодика вот как раз тоже. На вот это вот все соединение, да? Угу. Одного звука с другим, все очень плавно, мягко, тем активней, четче и ближе нужно произносить согласные. Потому что как только она куда-то уйдет, согласная, и получится вот такое вот просто... Да, вот такая будет просто звуковая масса. Да, здесь все-таки нам подарены слова, которые хорошо бы донести, да, каждое. С самого начала. В предыдущем случае у нас были вот такие руки, а в другом случае это может означать одно и то же? Нет, надо как-то их... Ну, это тоже зажим определенного рода, да? То есть ты все время делаешь... Причем они не связаны с выражением, да? Угу. Никак не связаны с текстом. То есть это вот просто такое навязчивое движение, которое как бы, как тебе кажется, помогает, да? Угу. У нас тоже был случай, он еще был студентом тогда, звучит музыка, звучит длинное вступление, ну там ария серьезная, и как только нужно было начинать петь, человек делал вот так, какой-то такой вот, вот жест, каждый раз, как только проигрыш, он стоит спокойный, все нормально. То есть как может быть связано это? Да, то есть, соответственно, звук, они связаны. Но тогда это некий зажим, да, который я начинаю петь. Да, то есть такой уже сигнал. Нет, у нас руки как выразительные средства. Да, если ты хочешь тебе поем и песню выразить, например, да, и ты делаешь какой-то жест. То есть, а так спокойный, спокойные руки, спокойные плечи. Хорошо? Угу. Слетел.
Хочу услышать. Слетел. Потом где-то там слово с «р», да, в конце. Вечерняя заря. Я не тоже вот так вот все вот вот. Да? Не искупись. Букву «р» мне дай, пожалуйста, хорошо? С самого начала. Сразу. Слети к нам тихий вечер, на мирные поля. Немножечко расслабить плечи? Да. Не хватает мне успокоения здесь у тебя. Слети. Чтобы звук был свободный, ясный. Немножечко ты его поддавливаешь, да? Угу. Не лишай себя мягкости, да, звучания. Не нужно ничего делать дополнительно. Тем более здесь все вот одно в другое перетекает, да, один звук в другой. Сразу. Слети нам тихий вечер, на мирные поля. Тебе Вот из-за этого меняются гласные и становятся другими. А как? Ну, они какие-то вот другие, понимаешь? То есть, как бы слова, но они... Слети-ка, там, тихий вечер, тебе поем мы песню, вечерняя заря. Даже если я буду очень тихо говорить, вечерняя заря, все равно разберут, все равно поймут, вечерняя заря. Угу. Понимаешь? Потому что все активно. Да? И для этого не нужно петь громко или, да, то есть динамика в этом случае не важна. Вот здесь все происходит, ладно? Угу. Слети. Слети к нам тихий вечер, на мирные поля. Ты слышишь, ля, чище? Тебе поем песню вечерняя заря. Вечерняя заря, да? Тебе поем еще раз. Тебе, тебе поем мы песню. Ощути вот такой вот вертикаль длинную, вот от неба до бесконечности, угу. Да? Для этого как ее можно? Могу ли я ее вот так Нет. ощутить? Слети. Слети к нам тихий вечер, на мирные поля. Тебе поем мы песню, вечерняя заря. И все. Ты слышишь сама? Вечерняя заря зажала? Да. Угу. Откройся. Вот сделай вот так руки, пожалуйста. Нет, вот прям вообще пусти себя всю зарю и вечер. Масштаб личности хочу ощутить. Ладно? Угу. Слети. Слети. Извините. Нормально. Слети к нам тихий вечер. Но я не могу так петь. Есть вариант. Не петь. Нет. Не вариант. Что это такое? А мне теперь тоже интересно. Что вспомнить? А, да. Хорошо. А. Надо иметь ключики, да. Слети к нам тихий вечер, на мирные поля. Открывай рот, пожалуйста. Тебе поем песню, вечерняя заря. Спасибо. У тебя есть какая-нибудь любимая распевка? Да нет, вроде все обычные. Да, можно нам какую-нибудь длинненькую? Лё. Лё. Лё? Лё.
а не подталкивая, а просто в нее вот так прям войти. Вот, вот как раз вот то, о чем я тебе говорю, да? Чуть-чуть можешь задержаться на ней. Не под... Ты слышишь, что ты делаешь? Ну, немножко я. Каждую. То, что ты делала в предыдущем произведении, да? Вертикаль, да? И важна вот эта вот макушечка, на которую ты взлетаешь. Твоя задача взлететь, хорошо? Ты должна быть над всем. Не карабкаться туда с помощью каждого звука, да? Хочешь ниже возьмем, давайте чуть-чуть. В темпе. Дальше. В темпе. Лё. Последнее лё. А можешь её... Хорошо? Её лё отдельно. Верхнюю нотку. Давай ещё раз. Не толкать. Ощути себя над всем. Да? Спокойно. Дальше. Плечи. Рот открываем. Дальше только лё. За счёт Л. Помоги себе. Не толкать, я тебя прошу, без давления. Посмотри, пожалуйста, секунду. Вот, вот от кончиков пальцев ног и вот туда, да? Вот сейчас просто L, да, вот эту медленно раскроешь и рот откроешь тоже, да? И возьмем звук. Ничего не пугаемся. Ла, скажи. Ла, ла, ля, 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 ля. А теперь эту ля. Спокойно. Из нее спустились. Бодро сказала она. Вот давай вот в этом направлении, хорошо? Угу. Не нужно давить. Чистый, ясный звук. Никакого давления, никакого сипа, хорошо? Угу. Давай еще раз. За счет Л. Еще раз. Согласные в помощь тебе. Удобно? Да, еще раз. О, только лё. Не подталкивай, так же мягко, да? Да? Часто выбираешься в такие... Куда? Туда? Да. Да, мне кажется, первый раз. Да? Туда прям. Ну, значит, удачи, все будет отлично. Спасибо. Почаще гуляй. Ладно? Угу. Туда. И только открываем рот. Да? Угу. Все согласные в помощь. Вы поймите, что не, все звуки, все буквы, это только ваши помощники. Нужно только это понять и искать в этом помощь. Да? А не искать преткновения, что «Ой, мне этот...» Часто очень «Мне это гласное неудобно». Мне этот согласный, вот что-то как-то вот тут, вот он мне. Все удобно. Угу. Все должно быть удобно. Нужно искать. Если ты в поиске, значит, ты найдешь. Хорошо. Удачи. Спасибо. Счастливо.
Снова здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Варвара Мизинина. Я учусь в Менделеевской школе искусств. Обучаешься пению? Да. Только пению? Только пению? Да. Или играешь на рояле? Я играю на синтезаторе. Ага. 6 лет уже. Сколько тебе лет? 12. Полжизни? Уже полжизни человек занимается музыкой, вы представляете? Здорово. Что мы поем? Музыка Хаимова «Ангел мой». Современный, я уже вижу, да. Ах, любимый город. Интересно. Тоже полжизни. Готова? Да. Глобальным смыслом мир действительно не так уж и дружелюбен порой бывает. Хочу тебя попросить прочитать этот текст как стихотворение. Да? Да. С выражением, с подачей, по-настоящему. Да. Хорошо? Да. И еще одна просьба, которую буду все время. Или с упражнениями понимаем, да? Да. Просыпаемся и делаем все время. Зарядочку, да? Да? Ну и перед пением тоже можно, да? Перед тем, как войти к педагогу, разомнешься. Это будет все в пользу. Все время за этим следи, пожалуйста. Угу. Потому что потом привыкнешь, и так будет всегда.
читаем выразительно, ярко, четко, да, по-настоящему, как настоящая артистка, которая уже полжизни занимается музыкой, да? Мне приснился сон чудесный, вдруг открылся свод небесный, белый ангел наклонился надо мной, посмотрел светло и нежно, два крыла светились нежной, лучезарной, непорочной белизной. Спасибо. В общем, этого достаточно. Смотри, еще раз произнеси первые буквально вот фразы. С самого начала. Мне приснился сон чудесный. Мне приснился сон чудесный, вдруг открылся. Свод почти небес. Пушкин, да? Прям. Мне приснился сон чудесный, вдруг открылся свод небесный. Белый ангел наклонился надо мной. Вот видишь, какая длинная фраза? Да. Да? И это одно предложение. Да? То есть, если музыкальных у нас три, получается, фразы, да? Но это все одно предложение. Значит, по смыслу и по звучанию мы должны максимально их связать. Да? Соединить. Если даже вдруг случается так, что нужно перехватить дыхание, ты можешь его перехватить, но это не должно быть остановкой, да? Смысловой остановкой не должно быть, да? То есть и все, и прервалась мысль. Все время, тем более, что я вижу, что ты понимаешь, да? Эти слова, ты их можешь прочувствовать, да? Поэтому все время с ощущением вперед. Ты уже все слышала, многое слышала сегодня, да? Уже можем мы все это впитывать, да? С самого начала, не нужно вступление, такое два такта, да. Мне приснился сон чудесный, вдруг открылся свод небесный, белый ангел наклонился надо мной. А еще четче произносить. Мне приснился, вот ты как читала, ты читала очень четко. Очень внятно, все слова были понятны, да? Даже не всем взрослым так удается, да? Вот так же четко мне приснился, да? Сон чудесный, да? Вперед, вперед, вперед. И все четко произносишь сразу с тебя. Мне приснился сон чудесный, вдруг открылся свод небесный. А еще такой момент. Чудесный. Ты подталкиваешь. Не нужно. Чудесный, да, чудесный. Сон слова не вини. Вдруг открылся. Свод. Свод небесный. Это единое слово. Это Е не должна быть раздроблена. Надо не Е-есный, да? Небесный, чудесный. Единое слово, да? Еще раз сначала. Мне приснился сон чудесный. Не подталкивай. Чудесный. Аккуратненько, да? Мне приснился сон чудесный. Вдруг открылся свод небесный. И ротик открываем. Белый ангел наклонился надо мной. А можем не дышать перед надо мной? Белый ангел наклонился надо мной, да? Это же единая фраза, да? Мне приснился сон чудесный, вдруг открылся свод небесный, и белый ангел наклонился надо мной. Вот так, да, должно быть? И все вот это единое, единая фраза. Открывай побольше ротик, хорошо? Освободили плечики. Давай. Мне приснился, да? Давай. Мне приснился сон чудесный. Уже я сейчас запомню, буду петь вместе с тобой. Мне приснился сон чудесный. Вдруг открылся свод небесный. Белый ангел наклонился надо мной.
А если белый ангел наклонился надо мной на одном дыхании? Давай. Да. Белый ангел сразу, да? Спокойно. Вдохни спокойненько. Носиком вдохни, ладно? Белый. Белый, белый, скажи, белый. Белый, белый. Белый, да. Белый ангел. Белый ангел наклонился надо мной. Не дыши. Еще раз сначала. Давай. Мне приснился сначала. Мне приснился сон чудеса сны. Вдруг открылся свод небесный. Белый ангел наклонился надо мной. Не дыши здесь. Хорошо? Да. Расправь плечи, ощути свои крылышки. Ты поешь про ангела, да? Угу. Ощути их. И вот это вот ощущение, он над тобой, он же какой-то невероятный. Угу. Часто вот так случается, что спускается ангел, наклоняется, угу, оберегает. Да. Что это за ангел такой? Ангел-хранитель. Ангел-хранитель, как хорошо, когда он рядом, правда? Да. И вот в этой благости, вот в этом спокойствии, да? Вот так ты должна начать петь. И не дыши в этом месте, mm-hmm, хорошо? Белый ангел наклонился надо мной. Вот что ты должна хотеть, mm-hmm, сказать, да? Да. Надо мной. Он ко мне прилетел, понимаешь? Mm-hmm. Это мой ангел-хранитель. И вот, вот с этой радостью, вот с этим теплом, хорошо? С самого начала. Открываем ротик, четко все произносим. Чувствуем крылышки, да? Мне приснился сон чудесный, вдруг открылся свод небесный, белый ангел наклонился надо мной. Молодец, дальше. Посмотрел светло и нежно, два крыла светились нежной, лучезарной небо. А если не тянуться? Лучезарной. Что значит лучезарный? Ну, что это? А, что за светлый. Слово такое? Светлый, да? Да. Лучезарной. Вот, вот так все. Ты должна вот так быть открыта. Откройся, пожалуйста, ладно? Да. Давай, лучезарный. А, нет, как начинается следующее? Посмотрел. Да. Четко произносим. Посмотрел светло и нежно, нежно. Два крыла светились нежной, лучезарной. Открыли ротик лучезарный, да? Угу. Прям вот лучезарной. Да? Да. Лучезарной непорочно. А то же самое, как в предыдущей фразе. Лучезарной непорочной белизной вместе, да? Мы не дышим там. Давай попробуем так же, да? Как надо мной и белизной, да? Не отделяем эти слова, хорошо? Наклонился. Посмотрел, да. Посмотрел светло и нежно. Два крыла светились нежной, лучезарной, непорочной белизной. Так, там пауза. Так, два крыла светились снежной, оказывается. А я все думаю, неужели нежные и нежные все время? Дважды нежные, не может быть. Два крыла светились снежной, да? Снежной, да? Нет, там просто светились снежной. Вот это светились, вот эту «с» я хочу услышать. Хорошо? Одну. Одна «с» на два слова. Договорились? Скажи мне, два крыла светились снежной, светились снежной. Снежной, да. Скажи, два крыла? Два крыла светились снежной. Светились. Вот светились снежной. Да. Лучезарной, непорочной белизной. Это одна фраза. Да. Да? Ты когда читала? Её, да.
Ты когда читала, ты это интуитивно сделала. Понимаешь? Mm-hmm. Все то же самое сохрани здесь, ладно? Mm-hmm. Посмотрел. Посмотрел светлой и нежно, два крыла светились снежной, лучезарной. Открываем ротик, нет. Смотри, какая штука. Ты начинаешь на лучезарную еще больше себя вот так складывать. Не хочу так. Хочу, чтобы лучезарная была так. Вот прям, понимаешь, открытая. Лучезарное открывать, да? Mm-hmm. Посмотрел. Посмотрел светло и нежно, два крыла светились нежной, лучезарной, непорочной, белизной. Так, смотри, какая штука, непорочной. Да, давай ты лучезарная. Там даже смотри, у тебя стоит лучи. Нет, после лучезарной. Лучезарной, непорочной, да, белизной. И ты что делаешь? Непорочной. Там у нас нотка длинная. А ты ее бросаешь. Вот отсюда и возникает вот это непонятное вдруг дыхание. Потому что ты ее бросила, а что делаешь? Белизной отдельно, понимаешь? Непорочной белизной. Тянуть ее нужно, да? Посмотрел еще раз с этого места. Четко произноси слова. Посмотрел. Посмотрел светло и нежно, два крыла светились нежно, лучезарной, непорочной. Стоп! Что ты сейчас сделала? Как обычно сделала. Да. Да? Иди сюда. Иди сюда и посмотри, запомни глазками. После лучезарной ты возьмешь дыхание. Но лучезарной, если уж ты дышишь после, ты ее должна мне спеть так красиво, не торопясь. Да? Открыть ротик. Лучезарной, непорочной. Поняла? Да. Поняла. Наполнять каждый звук надо. Да? Угу. Давай еще раз посмотрел. Смотри сюда. Вот это тоже тянется ноточка. Хорошо тянется, да? И не подталкивай вот эти восьмушечки. Хорошо? Еще раз посмотрел. Посмотрел светло и нежно. Нежно. Слово-то какое. Нежно. Два крыла светились снежной, лучезарной, непорочной, белизной. Аккуратней тогда здесь, да? Не надо торопиться. Вот все бережно, аккуратненько. Ладно? Заколку. Красивую заколку нужно надеть вот сюда, чтобы мы видели твои глаза, да? Еще раз посмотрел, идем дальше. Посмотрел светло и нежно, два крыла светились нежно, лучезарной. Открой ротик, пожалуйста. Лучезарной, непорочной. Я к нему простерла руки. Ага, смотри, какая штучка. Во-первых, ты привыкла простирать руки, и это у тебя получается самое главное в этот момент. Нет, это не самое главное. Главное то, что выражает твой голос. Да? Все это можно сделать и без рук. Все можно выразить в звуке. Я к нему простерла руки. Не хочу. Понимаешь? Да. Руки. Аккуратненько, вот это окончание, оно ритмически не просто решено это место, да? Аккуратненько ки, да? Не ки, присел, та-да-да-да-да, да? То есть не проговариваем, а пропеваем, да? Я к нему.
Я к нему простерла руки, не хочу... Нет, ты же дышишь там. Руки, не хочу с тобой разлуки, помоги мне путь пройти земной. Мир вокруг такой жестокий, без тебя мне одиноко. Рядом будь со мной, храни. Смотри, какая штука. Давай мы здесь. Ты здесь дышишь вообще через каждое слово в этом месте. Чуть-чуть можно здесь, да, экспрессиво, да. Рядом будь со мной, вот здесь ты должна вздохнуть. Вот здесь у нас должна быть такая, да, запятушечка. Хранитель мой на одном дыхании. Вот такое вот наполненное, да? Да. Помоги. А давай, мир вокруг. Мир вокруг очень четко, очень активно ты здесь должна быть, да, собрана должна быть. Я нарочно держу твои ручки, потому что тогда звук меняется у тебя, понимаешь? Ты сама слышишь? Да. Что слышишь? Что звук меняется. Как меняется? В плохую сторону. В плохую сторону, учитель, подскажите нам. Вам нравится? Что меняется? Что меняется? То, что мне, когда я так руки делаю. Нет, нет. И ярче. Понимаешь? А ты когда машешь, ты отвлекаешься на вот это вот махание, понимаешь? А когда машешь, хуже да, получается. Да. Вот. Поэтому я тебя сейчас пока сама удерживаю, а потом ты будешь уже сама трудиться. Да. Еще больше, да? Договорились? Да. Мир вокруг. Я, видишь, нарочно тебе прям даже их тяну, чтобы ты ощущала вот это сопротивление, и тогда все наполняется, у тебя в звук уходит, да? Чувствуешь сама? Да. Да? Давай, мир вокруг. Мир вокруг. Нет? Мир вокруг такой жестокий. Хочу эту фразу на одном дыхании, да? Мир вокруг такой жестокий. Нет, смотри, какая штука. Вокруг четверть с точкой. Ты по привычке, поскольку ты там дышала, ты ее бросала, ты ее не пропевала, длительность не выдерживала, которую нам композитор обозначил, так? Мир вокруг такой жестокий, без тебя мне одиноко. Рядом будь со мной, хранитель мой. Поняла? Перед хранитель ты должна вдохнуть, да? Ну вот здесь пауза, здесь, да, поняла. Мир вокруг такой жестокий, руки держит педагог мне. Давай. Мир вокруг такой жестокий, без тебя не дыши, одиноко. Без тебя мне одиноко, тоже на одном дыхании. Не торопи. Мир вокруг такой жестокий. Это все должно звучать, да, все наполнено. Не филонь. Бросаешь, как привыкла. Не хочу так. Давай. Мир вокруг такой жестокий. Нет, смотри, смотри сюда внимательно. Вот это что такое? Вот это что за значок такой? Что это за закорючка такая? Вот это вот, что это такое? Пауза, что такое пауза? Это пауза. Что такое пауза? Останавливаться. Ну вот, ты теперь здесь решила. Паузы теперь мы съедаем. Мы теперь, ты решила от начала до конца песню спеть, да, на одном дыхании. Это вообще было бы интересно. Мир вокруг... Не дыши здесь. Дышишь. Мир вокруг такой жестокий. Без тебя мне одиноко. Вот здесь ты дышишь. Будь со мной. Да, будь со мной. Хранитель мой. Да? Длинная нотка. Мир вокруг. Мир вокруг такой жестокий. Без тебя не одиноко. Рядом будь со мной. Нет. Рядом будь со мной. Храни. Вот здесь ты точно.
только перед хранителем. Дай мне, пожалуйста. Рядом будь со мной. На одном дыхании. Рядом будь со мной. Храни. Стоп, Варюш. Мы дышим перед словом хранитель. Рядом будь со мной. На одном дыхании. Хранитель мой. На одном дыхании. Да? Мир вокруг. Отсюда. Мир вокруг такой жестокий, без тебя не одиноко. Рядом будь со мной, хранитель мой. Где мы дышим? А где мы дышим? Хранитель. Перед хранителем? Да. А ты что сделала? После. Ты прям в середине этого слова решила вздохнуть. Давай еще раз, последний раз, давай. Мир вокруг. Мир вокруг такой жестокий, без тебя. Крылья. Не одиноко рядом. Со мной хранитель мой. Мяу. Опять не понял. Мяу. Давай дальше. Ты поняла? Да. Надо карандашик взять и отметить, хорошо? Все отметите и рядом будь со мной, хранитель мой. Вот здесь вот точно сделай так, пожалуйста, как я прошу. Рядом будь со мной. У тебя даже запятая тут стоит. Да. Понимаешь? Да. Вот и сделай эту запятую мне, пожалуйста, хорошо? Хранитель мой, чуть спокойней к этому мой. Хранитель мой, понимаешь? Это же твой ангел-хранитель, он же не чей-то, а потом к тебе пришел, правильно? Давай с самого начала. Ручки свободны, да? Угу. С самого начала, два такта. Мне приснился сон чудесный, давай. Вдруг открылся свод небесный, белый ангел наклонился надо мной. Посмотрел светло и нежно, два крыла светились нежной, лучезарной, непорочной. Простёрла руки, не хочу с тобой разлуки. Помоги Трапись. Мне путь пройти земной. Мир вокруг такой жестокий, без тебя мне одиноко. Рядом будь со мной, храни. Со мной хранитель мой. И ответил ангел грустно, мне здесь холодно и пусто, прилетать могу я только иногда. Будь простой и будь сердечной, с добротою бесконечной, и тогда с тобой останусь навсегда. Я к нему простерла руки, не хочу с тобой разлуки. Помоги мне путь пройти земной. Мир вокруг такой жестокий, без тебя мне одиноко. Рядом будь со мной, хранитель мой. Рядом будь со мной, хранитель мой.
Чего? Не получается. А чего не получается? Расскажи. Ну, я тороплюсь как-то не очень. Чего ты торопишь? Ну, не знаю, у меня что-то как-то голос срывается. Голос срывается? Угу. Ну, во-первых, смотри, ты, когда читала, ты делала очень верные смысловые акценты. Угу. Вот все то же самое нужно перенести в музыку, да? Потому что ты дышишь, тебя эмоции начинают захватывать, ты дышишь, как получилось, то там, то сям. Нет, это должно быть все четко, понятно, да? Все должно быть осмысленно, а ты это можешь, потому что ты это чувствуешь. Да? Да. Ротик нужно открывать обязательно, да, нужно давать свободу голосу, правильно? Тогда он не будет срываться. Ты его, ты даешь, вроде как откроешь, а потом сама же себя, понимаешь, вдруг в какой-то момент, нет, завелась. Пение это свобода, понимаешь? А тем более ты поешь такое произведение. О чем это все? В чем произведение? Второй куплет про что? Объясняет ангел, что он не может остаться навсегда, и он иногда будет прилетать и охранять. Да, но что он еще говорит? Он говорит, что... Ответил ангел грустно, мне здесь холодно и пусто. Да. Прилетать могу я только иногда, да? Будь простой и будь сердечный. С добротой бесконечной, и тогда... С тобой останусь навсегда, да? Да? То есть если человек по-настоящему открыт, да, и добро относится к миру, то мир в идеале, конечно, будет и к нему. Также добр, да, приветлив. Поэтому ты, пожалуйста, открывайся, да? Не забывай про свои крылышки, хорошо? Их нужно расправлять, чтобы лететь, как ты думаешь? Можно полететь со сложенными крыльями? Нет. Нельзя. Ты будешь стараться? Да. Ты уже чуть полетела. Не упала. Чуть не упала, да. Хорошего полета тебе. Спасибо. Еще ладно, раз. Хорошо, да. Дубль два. Дубль два. Здравствуйте, меня зовут Валерия Горбунова, я из Московского областного фамилия колледжа. Фамилия еще раз, чуть-чуть, можно? Валерия Горбунова. Московский областной колледж Сергея Сергеевича Прокофьева, вокальное отделение, 4-й курс. То есть вы выходите на финишную прямую? Можно и так сказать. Какие планы? Закончить. Далее? Поступить в высшее заведение. Какое-то конкретное? Пока есть сомнения. Пока какие ищу варианты? Ну, варианты Питерская консерватория. В Москву пока есть вариант в академию. Ну, посмотрим. На подкурс вроде хочу пойти с октября в Московскую консерваторию. Хорошо, хорошие мысли. Поем? У нас три произведения, которые мы бы хотели исполнить и поработать над ними. Это «На сон грядущий» Чайковский, альбом «Берг», «Я нафтигаль» и «Я все еще люблю» Тарновский. Вам удобнее с Чайковского? Нам, да. Ночная тьма безмолвие приносит, и кот тихо зовет меня. Пора, пора, покоя тело просит, душа устала вихре дня.
Как вам ощущение перед строгим взором? Меня прям вот, я бы волновалась. Ну, с вами будет разговор другой. Вы уже человек более, да, как сознательный и сознающий, да, многие моменты. Ну, должны быть, я думаю, что так и есть. Потому что, ну, во-первых, выбор произведения. Вы сами выбирали? Да, нашли. Я не напрасно спрашиваю, потому что очень важно, если есть личный импульс, это очень важно, потому что когда есть желание, то оно всегда ощущается, да, из-под палки, что называется, да, и поет. В общем, сложные произведения во всех смыслах, не только с точки зрения вокальной, да, но и в большей, может быть, даже части. С точки зрения смыслов, да? О чем тут повествуется? О чем эти мысли? Это вечерняя, перед сном молитва, перед Богом и своих собственные переживания о мире. Ну, как бы все, что внутри себя не передается, собственные переживания, а больше о том, как мы переживаем события с другими людьми. Мне кажется, актуально, в общем-то, хотя редко для сегодняшнего дня, к сожалению. Я думаю, что сейчас больше все на себя. Мы думаем о себе, но произносим слова о других. Да-да-да, но я имею в виду, что сегодня как раз и думают о себе, и произносят о себе чаще. Здесь как раз пример того важного, да, качества, когда ты соотносишь себя с миром, да, когда ты, и так и есть, да, нужно понимать, что мы лишь частичка, песчинка, да, в этом мире. И, собственно, вот это вот начало. Вот. Да, мы только начали. У вас немножечко от начала до конца одна и динамическая практически краска, она изменилась чуть-чуть в середине, да, больше напор стал. Вот. Давайте вот поймаем вот эти... Сдержанные начала. Да, и по темпу, может быть, да, что написано? А даже, что это значит? Медленно, не спеша, и мистически. То есть мы собираемся. Вообще вот этот момент перед сном, вообще состояние сна, да, это что-то такое совершенно тоже особенное, ведь, ну, да, это такая граница, можно сказать, да, между вот бодрствованием, да, и чем-то еще, да, мы как бы проваливаемся в какое-то совершенно иное измерение, можно сказать. И вот это вот состояние, да, уловить. Давайте с самого начала, начиная тьма. Безмолвие приносит и к отдыху зовет меня. Вот эту фразу хочу услышать цельную. В определенном состоянии. И динамика.
прошу прощения. Вот что я вижу, да? Ночная тьма. То есть вы ее как будто конкретно видите, да? Это же состояние. Ночная тьма, да, приносит и зовет. То есть она зовет ведь не просто вот как, а все существует, да? То есть вы должны вот не просто вот конкретно дядя Петя стоит, и я ему пою. Вот вы ночная тьма там, да? Состояние. Ночная тьма безмолвие приносит. Дальше идет пауза, но она очень условная. Да? Есть такое понятие звучащая пауза. Да. Я не хочу слышать остановку. Да, я хочу услышать и к отдыху зовет, да? Что она приносит? И все, точка, да? Еще раз. Ночная тьма безмолвие приносит, и кот его зовет меня, пора, пора, покоя тело просит, душа. Такое немножечко вот здесь ощущение. А, пора, пора, покоя тело просит, да, душа устала. Есть изменения у нас, да? То есть, и вот эта душа, давайте пора, пора, да, вот это место. Пора, пора, покоя тело просит, душа устала. Можно не немножко их вот сжимаете каждый вихри дня так вот и нет челюсть свободней да душа можно вот эту вот, ноточку да душа сейчас секунду душа устала вихри дня чуть ленивей как будто по ощущениям, по физическим ощущениям, да, которая даст другой звук, да, вот, нет сил, да, душа устала, вихри дня, чтобы вот это ви, она была не ви, не сжатая, да, челюсть не вы как бы ее вытягиваете, да, а нет, она вихри дня, объем, да, мысли объемнее и звук чуть-чуть свободнее и объемнее. Душа устала. Душа устала, вихри дня. Это происходит вот из-за этого. Вихри дня. Ближе. Давайте пора, пора. Пора, 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 покоя тело просит. А можно? Пора, пора, покоя тело просит. Это речитатив, по сути речитатив. А для того, чтобы он состоялся, это должно быть более близко именно разговору. Да? Слишком. Очень старательно, очень честно, излишне добросовестно, да? То есть речь, прямая речь, да? Это все вот они мы с самого начала. Можно вот ночная тьма, да? То есть... От самого начала? Да. Ночная тьма безмолвие приносит и кот и кот. Попробуйте чуть-чуть ее как бы растянуть, да? Вы произнесите В. Вы.
Вы ее сдерживаете. Скажите просто В. 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 Чувствуете здесь на губах все, да? Да. Зубы и губы, да, формируют, и кончики языка формируют все согласные. В. Не там, да, ниоткуда их не надо. Вот как естественно вы говорите. Скажите, пора, пора, покоя тело просит, душа устала в вихре дня. Пора, пора, покоя тело Нет, просит. Вы сейчас что делаете? Пора, пора, покоя тело просит. Пора, пора, покоя тело просит. Душа? Душа устала в вихре дня. В вихре дня. Вот только так, чтобы долетели ваши слова туда. Душа устала в вихре дня. Удерживаете. Не долетит, не полетный звук. Душа устала в вихре дня. Чуть лучше. Туда должно лететь. Да, то же самое будет в пении. Чем ближе произносите все согласные, тем полетнее в итоге будет ваш звук. И, соответственно, любое пространство вы все знаете. Да? Пора, пора. Хочу Р, П. Они небольшие и близкие, но четкие, да? Тебя пред сном грядущим, Боже, да? То есть вот оно, начинается эта мысль, она разворачивается, да? Поэтому вот, вот этот разворот вот здесь должен ощутиться. Поэтому молю тебя, дело не в темпе, да? Пред сном грядущим, Боже, вот вертикаль. Немножечко идете по ступеням к этой ноте. Да, я прям чувствую вот эти вот шаги, вскарабкивание к этой фа. Это всего лишь... Нет, нет. Вы эмоционально плывете по состоянию, да? Молю тебя пред сном грядущим, Боже, Боже, да? Вот эти все согласные в помощь для того, чтобы раскрыть и наполнить ноту, да? Давайте сразу вот молю тебя, да? Этот такт. Молю тебя пред сном грядущим, Боже. Стоп, стоп. Пред сном грядущим мы, Боже, вот что я слышу. Мы, Боже, я слышу. Вы делаете еще звук. Сыграйте со мной, молю тебя, потому что я не пел этот романс. Молю тебя пред сном грядущим, Боже, Боже. Вот напряжение вот это, да, и вертикаль. За счет грядущим, Боже, не нужно к ней тянуться, да? А ощутите ее как будто, наоборот, как будто вы как на трамплине, да, хотите оттолкнуться, да? Не дотянуться, а наоборот, да, перед прыжком, когда вы делаете, да, упор вниз, да? Попробуем? Молю тебя. Молю тебя пред сном грядущим, Боже. Самое. Дай людям мир. То же самое. Да, не нужно. Да-да-да-да. Не ищите вот эти ходы, да? Немножко получается. Та-ри-ра-ра. Да, все интонации, все не соедините в единую. Как будто это все одна нота. Условно. Да? Я поняла. Молю тебя. Молю тебя пред сном грядущим, Боже. Спасибо. Скажите, пред сном грядущим, Боже. Пред сном грядущим, Боже. Вот вы сейчас не добавляли, а в пении добавляете пред сном грядущим, мы, Боже. Регрессирую, да. Она мешает, она отталкивает вас от вот этой соединительной такой, да, вот этот момент она вас лишает, она...
Вот это «э», она сразу другую форму дает. И «фа» это получается другая. Да? Грядущий «мбо», 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 «мбо». Все одна, как будто это одна нота, да, один звук. Просто она раскроется внутри, да? Чтобы это «боже» получилось такое объемлющее, да? Молю. Молю тебя, престол грядущего Божий, дай людям мир. Отлично. Благослови, младенца, сон и нищенское лучи, и слез, и тихие любви. Спасибо, спасибо. Вот этот момент здесь... Были какие-то ощущения другие? Ну, я поменьше сделала, не стала заострять внимание на трамплине. Сразу но все равно ровнее было. Да. Сами услышали это? Мне нужно, да, просто понять. Ну, это нужно, да, да. Потому что не нужно. Благослови, младенца, он был очень хорошо. Ров, вот прям. Есть ход наверх, вы его споете с ощущением вниз. Тогда вот это будет идеальное. Вокальная, да, линия, и не будет никаких вот этих несовершенных скачков, когда тянешься и не достаешь. Потому что когда только снизу идешь к ноте, она будет, ну, за редким исключением, она будет хороша, как правило, она будет такая. Да. И вот это вот до бемоль не очень меня убедило. Да. Такая она немножко шаткая, до бемоль вот это. Младенца, сон, чуть ее как-то уверен, да? Она такая какая-то. Сон, сон! Не надо ничего готовить. Немножко, да, так вот. Сон, 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 младенца, сон. Чуть больше трепета и вот этого, вот это и звуковой близости, да? И, да, вот чтобы вот это вот ощущение... Неравнодушие, да? Вот чуть-чуть ближе. Так, а то так оно получается немножко младенцу сон иду. Так очень-очень важно и отстраненно получается, да? А, благослови, да? Давайте отсюда. Благослови, младенца сон и нищенское. Можно это сделать. Еще, да? Еще больше. И не столько даже динамика придет сама, если определенным образом, да, фразу выстроить эмоционально. Давайте «молю тебя», чтобы вот эта вся единая фраза состоялась. Молю тебя, пред сном грядущим Божьим. Оно стоит. Да. Чуть-чуть, да, помогите. Получается, мы гремим, да, и слезы. Об этом не кричат, да? Вдруг вот эту затаенность, хорошо? И не, то есть, да, так глобально, а это мое. Понимаешь? Вот это все. Мир. Там это все. И это тоже. Вот то, что мое, тоже благослови, да? Еще раз молю. Вот эта фраза «дай людям мир» была прекрасна. Очень-очень такая наполненная, ровная, чудесная. Вот этот дубемоль еще можно... Он неспроста дубемоль, понимаешь? Вот к этим всем знакам нужно относиться очень внимательно. Они помогают, в том числе и с точки зрения эмоциональной. Да, они не просто так... Молю тебя пред сном.
Отлично. И глазки могут измениться в этот момент, да? Хорошо. Можете сделать на одном дыхании. Я там беру дыхание и всю следующую фразу до конца на одном. На жгучее страдание. Успокоительно вдохни. Хорошо. Тогда можно не делать его таким значительным. А, прости греху туда, да, не остановка получается. Прости греху. И сначала на жгучее, да? То есть это же все едино. Прости, сразу этот такт. Ну давайте доли где? Предыдущий. Прости греху на жгучие страдания. Стоп. Страдание. Слышно, страдание. Какие-то четко. Вот это четверть с точкой, это четверть с точкой. Да? Потому что сейчас какие-то страдания, вот такой получился переход. Тот же самый прием, да? Прости греху, на жгучее страдание. Туда ее, как бы эту ноту. Как бы она звучит вверх, но она тогда будет объемней. Да, если вот с этим ощущением. Она тогда будет вот такой красоты. Понимаете, там будет столько красок. Вот все краски голоса смогут раскрыться. Да? А когда мы так к ней идем, все. Вот такая она получается, да? Не обедняйте голос. И еще активнее артикулируйте, ближе. Прости, сразу это место. Прости греху на жгучие страдания. Красота какая. Вот тогда, смотрите, если мы так делаем, на жгучие страдания, успокоительно, вот. Чуть-чуть, да, вот этой успокоенности блаженной, которой хочется, да, которой можно перекрыть это страдание, да, только он может, потому что мы мятежные, не в состоянии. Еще раз прости греху. Прости греху на жгучие страдания, то же самое, все вот эти вот моменты. Хоть сновидение, вот проваливаются вот эти, которые есть чуть-чуть ход вниз. Наоборот, его, когда идете вниз, к себе все эти нотки, тоже сам все свои печальные создания, хоть наоборот, да, с ощущением вниз. Тогда будут они просто идеальное звуковедение. Не будет ощущения, что ой, что-то вот мечется там по нотам, туда-сюда, регистры туда-сюда, да, вот это хожди. Одним. Давайте, да, с этого места, да. Да. Oh,
Желательно спеть не хоть, а хоть. Оно между... Между «ы» должно быть «а», то есть хоть. Вот такая она должна быть, не хоть. То есть так не нужно, да? То есть прямо у вас такое «хоть» с наведением, да? И дальше вот это место с наведением «обмани». Не очень хорошо соединение происходит. Скажите «хоть с наведением обмани». «Хоть с наведением обмани». А скажите «хоть с наведением». «Хоть с наведением». «Хоть с наведением». «Хоть с наведением». Не «хоть». «Хоть». «Хоть с наведением». «Хоть с наведением». «Хоть с наведением». «Хоть с наведением». Не наведение, а хоть с наведением обмани. Хоть с наведением обмани. Еще раз. Хоть с наведением обмани. Вот это с наведением обмани, обмани, вот это. Не очень хорошо звучит в пении. Чуть-чуть, как примерно вот в этом случае. Боже, и вот это вот маленькие согласные. Хоть с наведением обмани. Сделайте перед «обмани» малюсенькую такую цезурочку. Так, еле заметно, просто сартикулировать, да? Да. Хорошо. Можем сразу хоть вот эту, да? Так. На продухе. Нет, не. Вы делаете. Вы толкаете ее, слышите? Услышали сами, что делаете? Хоть с наведением. А возьмите вообще дыхание там. Мой-то такой хочет, чтобы я не брала, ну, я понимаю. Нет, просто смотри. Все по-разному. Нет, я просто слышу потом, как звучит у вас это «обмани». И оно не убеждает. Я поэтому вам предлагаю, да? Если, конечно, вы соедините и будет все убедительно, прекрасно. Пока что не получается, да? Сейчас, может быть, ну, хотя бы как прием, да, чтобы освоить, а потом, если получится, соедините, да? Хоть с наведением. Да? То есть вот то есть смысл в чем? Хоть я во сне забудусь об этом всем, да? Обмани. Вот это «обмани» можно здесь выделить, в принципе, да? И оно должно прозвучать очень значительно. Нам еще здесь вот еще дольки сделали, понимаете, чтобы можно было вот каждый вот этот звук спуститься. Да? Значительно. Пусть сейчас будет дыхание. Сейчас не принципиально. Потом соедините. Когда это все впоется, уже встанет на свои места. Это такой момент. Прямо отсюда, хоть с наведением, да? Отлично. Можно их более так значительно и спокойно, немножко их придерживаете, эти нотки, да, и они не раскрываются, да. То есть вот эту «обмани» поставить. Сейчас давайте, вот сейчас хоть сновидение было хорошее, интонация была хорошая, не было вот этого излишнего давления, да. Хоть сновидением. Можно опустить. Здесь уже можно, да? Если там где-то придерживать, то здесь можно чуть-чуть грудь, да, дать чуть-чуть, чтобы вот окрасить. А вот эту не чуть-чуть ее собрать, чтобы она была гуще, так, да? Еще раз «обмани» прям сразу. Она тогда ярче даже звучит, да? Не очень мне нравится «обмани», то же самое. «Емы Боже», вот это «обмани». БМ. Маленький, да?
ма, 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 ма. Вот здесь все ма, да, не б, ма. Да? Потому что получается два слога вместо одного, да, и оно режет. Да. Да, то есть вот эти моменты. Давайте и все твои печальные создания. И все твои печальные создания. Соединиться, оно у вас без проблем соединится, сейчас просто вы и не хоть, да, такую хоть. Да, и она тогда вот да, она кололь, да, вот она становится ровненькая, чистенькая, потому что звук сложный, да, а высота тоже такая вокруг переходиков там все, да, вот облегчите себе задачу, да, найдите правильную форму, где вы будете спокойны, потому что добавится волнение большее, будет швах. Нам это не нужно, да, нужно, чтобы вы знали, что сделать, чтобы все было красивенько. Да? Идем дальше. Ну, давайте первый попробуем. Это что-то страшное? Нет, сейчас послушайте. А, для Берга не страшно. Большой, красивый, но начинайте дышать высоко, задираться на вот эти ходики все, когда скачки вверх, и объединяете звучание голоса, да, и вот эти все нутки, они могут раскрыться еще краше, да. И что касается языка, если бы не знала, не догадалась бы, что немецкий практически. Und услышали и о,
Да. Близкое звучание. Если близко все произносите, да, тогда становится все понятно, независимо от языка. Итальянский или немецкий. Для того, чтобы понимать, нужно произносить четко. Неважно на каком, на русском, на китайском. Правда, я, правда, не пробовала еще на китайском. Ну, кто знает. Да, близко. Все, давайте прям вот первую часть, ну, они, да, схожи. Можно я буду? А, есть, да, все. Да, да, извините. Ага. Да-да-да. Ух, красота-то какая. Да не важно, не важно. Чистый. Да. Чистый. Незамутненный сознанием. Прошу прощения, а это принятая традиция? То есть вы у кого-то уже это услышали? Ага. Чуть хочется тогда это сделать красивее, да, как-то изящней, да? Дозе махт, да? Махт. Вот эти ха, все, ауф. Все вот здесь должно быть, да? Иначе тогда не прочтется язык совсем, будет непонятно. Es hat die Nacht die Gal. Вот все здесь. Да, ближе. Спокойная спина. Произведении. Вот этот прием. Вам будет легче. Нет, она будет не то чтобы гуще. Вы просто. Она, во-первых, будет чистая, эта нота. Сейчас вы в нее въезжаете и не достаете в итоге. Она есть, но она такая относительная. Давайте. Да? Вторая строка. Вот это. Сразу это так можно. А можно? Стоп. Прошу прощения, я понимаю. Вы воспринимаете это как очень страшный, тяжелый фрагмент. Он непростой. Он непростой, но, во-первых, нужно успевать сбрасывать, да? Потому что вот начинается отсюда. Сбросьте. И откройте рот больше, еще больше. Вы немножечко вот здесь себя начинаете сдерживать. И тем самым она становится уже. Не совсем в верном, что ли, положении. То есть так ее поджимаете, и она не раскрывается. Чтобы она с запасом была. Понимаете? Она тогда будет вот серебриться будет. Давайте еще раз дозин. Не задирайтесь. И вниз. Мне кажется, вам было легче. Ну, больше предыдущую фразу чуть-чуть меньше сделала, и можно было чуть больше рассказать. Ну, чуть-чуть спокойнее, потому что когда вы нагнетаете вот это вот, и к ней уже такое, да? Спокойнее. Успевайте сбрасывать. Я так понимаю, что у нас очень мало времени, да? Давайте, может быть, к третьему перейдем. Ну, да, самое сложное, самое простое, самое сложное. Так всегда. Мой любимый романс. Нет, давайте сразу. Я все еще его.
Если в немецкой истории мы не законодатели, ну так уж, да, не нами написано, скажем, язык не наш родной, то здесь вот уж, где мне хочется от вас свободы и успокоения? Вот вы как первую Петра Ильича начали, вот сейчас то же самое. Здесь проще язык сам, в принципе, да, я имею в виду музыкальный, да, не спокойней, свободней, осмысленней, настоящий, что ли, да? Оно настолько должно быть сейчас вот вам сколько лет? Вот прям вот эти вот первые чувства, а ведь они еще, да? Чтобы вот оно было животрепещущее. Вот с самого начала. И паузы, не торопите, можем, да, вот с самого начала сейчас. Спокойно. Я все еще его. Должно быть на кончиках пальцев, да? Паузы. Музыка – это паузы. А уж в нашей-то музыке, где вы ее можете так прожить, эту паузу, и заполнить такими чувствами, да? Поэтому оно должно быть совершенно иное, чем предыдущее произведение, да? Они и есть разные, и я хочу это услышать. Потому что вот все очень серьезно. Оно серьезно, но только должно быть от вас, да? Я прошу прощения, просто хочу, уже второй раз эта нота так прозвучала, да? Я все еще его за счет В, да? Как бы ее растянули, да, и вот поставили на ее место, на высоту звука Ре, да? Его и мягко, да? Ни в коем случае не давить, не нажимать на нее. Еще раз, прям сразу с вас. Сделайте эту паузу и спокойно. Вы вот все, что пели куплет, и так с этим напряжением идете дальше. Тяжело, не надо. Оставьте этот рюкзак, да? Сбросить и сразу безумно. Безумная. Безысходно. Я ничего не могу с этим сделать. Вот да, я все еще его люблю.
безумная. Сбросить это все и понять, что я безумна от того, что люблю. Сразу. Безумная. Отлично. Я все еще его люблю. Соедините, да, чуть цельнее. Не люблю, да? Люблю одно слово. Я остановилась как на финале. Ну да. Ну а там еще значительнее. Давайте второй куплет. Чтобы уж, да, сразу. Начинаются одинаковыми фразами. Они могут быть одинаковыми? Да. Переключайтесь абсолютно. Каждый раз вот эти паузы для того, чтобы вы смогли переключиться. Каждый раз это безумное может звучать, что, боже, какая же я дура, да? А где-то, что же мне делать? Да? Абсолютно по-разному наполняйте эти паузы и, соответственно, следующую фразу. Сколько раз у вас за все произведение повторяется слово «безумное»? Оно же не может эти 6 раз прозвучать одинаково. Не может. Не может. Он не зря это пишет. Это все разные состояния, разные настроения. И где, как ни в русском языке, ни в русской музыке, вы можете вот, проявить себя очень статичной по внутреннему состоянию. Мне хочется, чтобы вы были более подвижны. Что, да. Еще более, не просто еще, а еще более, потому что очень так вот все это, да, сдержано, и даже, я бы сказала так, ну не то чтобы, не отстраненно, вы это переживаете, вы это все понимаете, но не даете, да, очень важно, иначе мы вас не поймем, нам будет казаться, что вы закрыты, неинтересны. Ну, потому что нас не зацепит, понимаете? Да, все-таки помимо всех выстроенных нот, да, вот здесь как раз вот эти все приемы, идете наверх, наоборот, с ощущением вниз. Понимаете, так вам легче просто будет. Вы их не будете ощущать, эти высокие ноты, вы их не будете ощущать, эти скачки. Я это говорю не просто как какие-то такие, да, слова. И фразировка, и я имею в виду, что я сама к этому пришла далеко не сразу. В ваши 19 лет у меня еще не было этого ощущения, никто мне не подсказал, как я могу избежать этих сложностей. Мне понадобилось почти 20 лет для того, чтобы, понимаете, вообще быть в музыке необходимо открытым, да? Если вы живете, то мы будем жить с вами. Понимаете? А, собственно, это и есть цель искусства. Затронуть и вовлечь в какой-то особый совершенно мир. Да, у нас и так все онлайн, все дистанционно, все на удалении, все вот так, все мимо, никаких. Мы тогда вообще разучимся жить по-настоящему, разучимся чувствовать, если мы не будем ощущать нашу музыку, если мы не будем слышать наш язык, столь красивый и нам необходимый. Мы просто сейчас, к сожалению, лишены зачастую этого, потому что транслируется совершенно другая
история часто. Но если есть у нас зоны комфорта, можно сказать, где мы можем петь, да, на нашем языке, мы можем петь красивую музыку и можем в ней себя проявить, то нужно это делать. Тем более вот сейчас вы стоите на настоящей сцене, да, в удивительных местах. Мне так жаль, что все так кратковременно, что нужно бежать куда-то. Хочется вот приехать в такие места и насладиться, побывать здесь подольше, почаще, может быть, бывать. Вот, поэтому... Да. И мы всегда на связи. Да, пишите, звоните, если какие-то вопросы, если какие-то моменты. Вот. Спасибо. Да? Я уже, конечно, вся...